Предоставление Армении карт заминированных территорий откроет возможности для развития сотрудничества между этой страной и Азербайджаном. Такого мнения придерживается 58% зрителей YouTube-канала CBC. Телеканал провел традиционный опрос аудитории своего интернет-ресурса, поставив вопрос, как вы оцениваете возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Арменией. 26% респондентов считают, что чем больше элементов сотрудничества, тем выше безопасность. В то же время 16% аудитории YouTube-канала CBC убеждены, что участие в региональных проектах выведет Армению из кризиса.